Привет, скрепочка и стеклянная какая-то хрень.
Оденина. Там кошка будет ходить сюда. Но ее опасно сюда пускать. Тут стеклянные игрушки. В общем, это какая-то розовенькая заморошка.
сказать, что это юла. Но у них нет фигнюшек, на которые их можно повесить. Какой-то советский человечек. Предлагаю в этот пакетик
еще что-нибудь, вот именно, что не только елочные игрушки на елке, но еще и конфетки. Я что-то вспомнила с детства. Такая как бы сосулька. Прозрачная. Вот такая хреновенькая.
живет. 10 грамм какая-то шоколадка была, наверное, когда-то. В общем, она тут лежит, типа, как игрушка. Попугайчик. Не иначе, как Кеша. Еще одна рыбка. Я вот думаю, может мне сходить потом прогуляться, зайти в магазин и купить рыбку. Корзиночка. Я хотела сказать вкусненький кексик, но, по-моему, это корзиночка с ромашками.
Я честно где-то так часа два назад кушала. И я еще не хочу так сильно есть. И чтобы у меня ассоциации такие были. Еще одна пластиковая фиговина от какой-то игрушки, которую еще Тишка закрыл. Thank you.
слышно, как кошка хочет сюда. Сейчас как делаю.
выбрать цвет, но тут на деле она только бледно-белым таким светит, совсем чуть-чуть. Батареек мне уже нет, потому что кошка прогрызла эту хреновину, которую я держала батарейки. Я батарейки собрала от нее. Но они такие, типа как весы, могут подойти в кухонные. Просто мало ли эту кошку, вдруг она решит еще и батарейки разгрызть.
знает ли тебе это зритель, момент, когда наушники запутались. Аня, правда, иногда еще и хвостик от мышки путается так же.
Thank you.
Блин, зачем так слоновья ботать? Ботали бы по своим башкам. Не, может, микрофон-то это и не услышит. Еще одна.